Здравствуйте, Кристопс. Это видео про ваши два одуванчика. Сейчас я их проверю на моей камере. Первый одуванчик запрограммирован. Фокусное расстояние 50 мм, диафрагма 1,8. Время задержки входа в режим программирования 1 секунда. И второй одуванчик запрограммирован, диафрагма 2,8, фокусное расстояние 135 мм, время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Это упаковочка, тут полочки. Как я вам уже показывал и рассказывал, сначала делаете проверную высоту посадки, клеите полочку на зашкуренную поверхность, обезжиренную, выравниваете ее высоту с высотой посадки одуванчика, и потом можно сначала посадить одуванчик на двухсторонний скотч, убедиться, что он правильно установлен и камера показывает диафрагму, отметить его точное местоположение и потом наклеить на клей. Это калибр, это клей, внутри упаковочки клея зубочистка для нанесения его, чтобы не наносить из тюбика. Сейчас я это все упакую и завтра утром отправлю вам. Спасибо за внимание.